Доброе здоровье, наконец-таки наладили компьютер, вот как влезут сюда, как влезут, так потом и начинаются разного рода проблемы. И вы знаете, что бы я вам сказал, Вот сейчас там инфо-цыгане, то все, пятое, десятое, и знаете, я не буду говорить, что там все плохое. Там кое-что есть, не без того. Но вот хорошо, что я с вас никакие деньги не требую за это. Потому что со здоровьем разобраться довольно-таки сложно. Люди пугаются, начали делать, ага, появились там сопли, слизь там пошла. Ой, что мне делать, тут заболела, там заболела. Но оставайся тогда с этим. Это же надо выгнать, в конце концов. А вот если я и так у меня веса мало, и еще там, так тебе опухоль это душит, это слизь, ее надо выгнать из организма. Тогда и поправишься. Как пример, сестра Поля Брега была там такая вот. Потому что все было зашлаковано, грязная была. Как только она с помощью голода почистила, с помощью голода, казалось бы, вес сбрасывается и так далее. Гадость вся эта исчезла, и жизненные силы развернулись. Она стала прекрасной девушкой и, так сказать, невестой на выданье, на которую начали все заглядывать. И мы порой не понимаем, что и как происходит. Вот я бы мог тоже, ой, а если вот вес у меня сбросится, и что там будет? Ну, и пускай тогда тебя задушит эта опухоль, и все. Пересмотрите мой голод 40 суток. Да и пересмотрите голод Эдуарда, пересмотрите голод Сержа. Сколько выходит гадость? Вы хотите эту гадость оставить у себя, и при этом будем говорить каким-то бутафорским весом наслаждаться, видом наслаждаться. А то, что уже там все прогнило, и вас схавали целиком и полностью, вас это как-то не колышет. Вот какой-то этот видочек надо презентабельно иметь. А вот когда это все выгоните, тогда вы распуститесь. Я набрал 108 килограмм веса. Я специально их не набираю, не наедаю, не накачиваю и так далее. Он сам нарос. Из-за того, что организм более-менее стал нормально работать, энергетика появилась. Вот когда вы выгоните вот эту вот грязь, которая вас там душит, вот эту вот слизь, которая сосет вас, и вы не можете не поправиться, вы не чувствуете ни жизненных сил, а вроде там надо еще детей воспитывать, и выглядите, и еще хочется пожить. И вот тогда вы поживете совсем по-другому, будете ощущать. Итак, продолжим рассказ, вернее, беседу с Эдуардом. Я попросил его, чтобы он мне кое-что ответил. Я ему задал вопрос, а вот что ты использовал? Но я, правда, задал вопрос, что ты использовал вот в это время, после того, как мы с ним поголодали, что он использовал и что ему наиболее помогло. Он, по-моему, копнул с самого начала. Но читаем. Петрович, доброе здоровье, отвечаю. Поначалу я перечитал Нью-Мувакина Ивана Павловича, читал Кацуза Ниши, пересмотрел Островского Виталия, Увайдерова, Бориса и многих других, чьих имен уже не вспомню. Что сказать? Нью-Мувакин, Увайдеров очень сильное изложение теории, заряжают эмоционально на действие. В свое время я так зародился от Нью-Мувакина, который предлагал и сам показал, как поправить позвоночник прокатом бутылки, что я это тут же исполнил и чуть не потерял зрение, которое очень сильно упало. В глазах не то, что троилось, восмирилось. Вы знаете, есть такие, как бы сказать, рекомендации. Их нельзя вот всем, потому что у каждого что-то свое. Да, существует, грубо говоря, какое-то общие какие-то изменения в позвоночнике, которые если просто поправить там, выровнять как-то, ну там покатать бутылочку. А если это не то у вас, а если не то у вас покатали, и вот так может быть. То есть мы индивидуальны.
Так, потребовалось пару лет, чтобы зрение обратно стабилизировать. Сейчас я вспоминаю это с улыбкой и понимаю, почему так произошло. А тогда было не до смеха. Но это так, к слову, впечатлил Кацужда Ниши, который осветил для меня тему позвоночника и его важность. Ну, естественно, позвоночник важен. Как я позвонок укрепил? Ой-ой-ой-ой-ой, позвоночник. Если посмотрит врач, который вот это вот просвечивает позвонки и скажет, да это тут 100% инвалид, у него, то есть у меня в 2016-17 году, говорит, да у него тут скоро перекроет, отобьет ноги, отобьет мочевой пузырь, прямую кишку, он будет ходить под себя и при этом не ходить, только лежать. Вы посмотрите на меня. Нет, вы посмотрите на меня. Вы еще раз посмотрите на меня и на то, что я, чем я занимаюсь, и какая у меня спина, и позвонки, и позвоночник. По Островскому скажу, что это просто набор каких-то рецептов, имеющих отдаленное отношение к здоровью. А вот люди любят рецептики. Вот такие рецептики, они думают, что вот этот рецепт на все случаи жизни. А нет. Опять-таки, у всех это все индивидуально. И если рецептик действительно к вашему случаю подойдет, вы получите хороший эффект. Великолепный даже эффект. А если не подойдет, это, знаете, так все, рикошетом, рикошетом. Мимо, 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 мимо и все. А уж про систему и говорить не приходится, пустое. Ну вот, когда все это было пройдено, лично у меня возник вопрос, что дальше? Вот это хорошо, человек задает вопрос, а что дальше? Что дальше? Я так понимаю, он и к врачам же обращался до этого. И они там какие-то с ним манипуляции делали, то, сё, та-та-та-та-та. А потом видит, ну нету, нету, ни там, ни ся. А что делать? А жить-то хочется. А жить-то хочется хорошо. А для того, чтобы хорошо жить, тогда это, помимо того, что много знаний надо иметь, надо их правильно применить. Поэтому очень хорошо, что я не беру с вас деньги. Тут со здоровьем не разберетесь, а со счастьем и там с успехом, и, грубо говоря, и процветанием и так далее, это еще труднее, еще труднее. Думаю, так, всяк так, шарик запустили и так далее, да, тут так. Интуитивно я понял, что нужно почистить печень, о которой все наперебой рассказывали. А как? А кто там рассказывал? Ну, кто рассказывал? Вот чистку печени, конечно, Бурева делала. Я узнал об этой чистке от Андреева там. А еще там, допустим, был такой, как же его там звали, Куринов, Петр Куринов. Белый офицер, который ввиду тех событий гражданской войны ушел, значит, на Запад, будем говорить. И так как у него голова соображала, он написал «Русский народный лечебник» и стал, как они говорят, миллионером. Вот как раз он вот этот рецепт откуда-то еще узнал. Чистка с лимоном и маслом там. То есть человек думал, вот как? Никто толком не описывал этот процесс. А вот я его многократно когда прошел, потом прошел с травками Буревой, потом, будем говорить, соображалка-то у меня работает, соображалка работает, да? Согласны? Так и напишите, Петрович, соображалка у тебя работает или не работает. Обязательно напишите. Значит, толком не описывал этот процесс. И только в ваших книгах, Геннадий Петрович, я нашел все, что искал, практически рекомендации. Да еще основанные на личном опыте. Вот когда через личный опыт это все пропустите, тогда вы совсем по-другому поймете процесс, как это происходит, о чем я вам говорю. До сих пор помню свои ощущения, когда с прочтением первых страниц почувствовал до мурашек по коже. Да, это именно то, что я искал. Теперь вспомните Лену Василек. Лену Василек. Пересмотрите ближайшие видосики про аллергию. Как она страдала с самого детства. И уже все, усю, понимаете, вот-вот кресты поставили и так далее. Не медицина, не то, не сю, не пятое, десятое. А когда она книжечки мои взяла, вот это то, то, что надо. Поэтому основы здоровья, основы здоровья. Говорят, сайт Генеша
ору, завалили какие-то негодяи. Ну, не знаю, там работает, не работает. Посмотрите. Вот валить мы можем, а вот созидать, увы и ах. Но самое главное и ценное в ваших трудах это то, что за хорошо описанной теорией и практикой стоит система. Да, я еще разок вам повторяю. Чтобы вот человека вылечить, оздоровить там и прочее, прочее, что надо поменять? Надо поменять жидкостные среды. А для этого почистить кишечник, тот, который выдает все эти... зашлаковку, все эти шлаки, все эти яды, откуда идут? С толстого кишечника, навести там порядок. Далее, чтобы организм заработал, чистим печеночку. Далее, с помощью сокотерапии, там, питания, нормализуем внутреннюю среду, среду нормализовали. Закрепляем это все питанием, организм заработал. И плюс, естественно, умственные установки, которые разрушают. И, конечно, паразиты. Паразитарные инфекции сейчас куда ни посмотри, да там она есть. Кстати, я так вспоминаю. Знаете, вот у меня идет переписка с человеком, который болеет онкологией. Вот. И так, и сяк, и то, и все. И как-то он только раз мне фотографию там сбросил случайно, он там... говорит, вот у меня падает вес, и, как бы сказать, показывает, что он встал на весы, фотографии. Я смотрю, а у него ногти на пальцах ног, вот так аж, понимаете, за это самое, поднялись. Я сразу говорю, что это, слушай, да это у тебя грибок развивается, соответственно. Он говорит, ну у меня такое состояние, там чуть ли не с юности, у меня там и ногтей не было, 5-10, и я считаю это нормально, и это не болезнь, ну примерно так вот получается. Да это следствие того, что это вся эта зараза укоренилась, запустила, она стала уже плодовое тело делать, плодовое тело. А эти врачи, американские врачи, они даже не интересуются, вот что-то это ногти, не ногти и так далее. Они сразу там какие-то свои там анализы сделали. Знаете, вот слона не видят. Слона не видят. От чего это началось? Мы поинтересовались. Ё-моё, а что ж у тебя грибок этот развивается? Вот свое так. Будем сейчас мы тут тебя, это значит, радиацию делать. Будем тебе химиотерапию. А потом на закуску мы тебе отрежем вот отсюда и вот отсюда одну треть желудка. И при этом мне спрашивают, а как же человек дальше будет жить? Да наплевать. Мы опухоль убрали. Нету? Вроде как нету. А дальше, как ты будешь с таким пищеводом, якобы натянем пищевод на желудок и все это там такое. Ё-моё, я просто удивляюсь такому подходу, знаете, членовредительскому. За хорошо описанной теорией и практикой стоит система. И вот я вам высказал ее, высказал. Потом, знаете, вот это основное, это, грубо говоря, вот как кристалл, вот этот вот кристалл из пяти этих пирамидочек. А дальше уже, как работают грани, как работает каждая пирамидка и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот это уже появится система. Как узнать, какая у тебя индивидуальная конституция. Даже с сознанием я так поработал. Что основное в сознании, это сознание, а не мозг, как говорят. Вот мозг работает. А кратко скажу, вот когда яйцеклетка оплодотворенная начинает спускаться и формироваться, там еще нету никакого мозга, ну нету мозга, а формирование идет. И они там еще рассуждают сознание, подсознание. Да нету никакого сознания. Идет формообразование. А что формообразует? А вот дальше, на основании пяти органов чувств и так далее, начинает появляться сознание. И это все я для себя разработал. И считаю, у меня лучшая психология, нежели там, потому что я ее просто и ясно рассказываю. Ну и плюс я сам, вы видите, я сам на сам. Это главное. По ней можно составить свою систему оздоровления. Для чего я и сделал. И в конце концов, как составить свою систему оздоровления? Зачем там чужая, там какая-то еще что-то там? Какие-то рецептики. Нам нужна система оздоровления, которую бы мы применяли
причем особо не напрягаясь по жизни, так, которая будет подходить тебе, ведь мы все разные, видите, вот дошло, мы-то все разные. А тут пытается стандартизировать, чтобы не было ни девочек, ни мальчиков, а были какие-то вот это самое, оно, стандартизация. И якобы с помощью там вот этих вот это процедурочек вот этого, мы вас защитим. Защитим от чего? От пьянства, от курева, от обжорства, от еще каких-то вещей неблагоприятных, непотребных, которые человек совершает. И он сделал вот эту вот процедуру и думает, я защищен. Ой, я защищен. Я, знаете, не могу без вот такого вот, как бы сказать, юмора, рассказывать вот эти уже темы, настолько это все уже надоело. Детский уровень какой-то идет, и все нормально, все. Так. Чем, собственно, я и занимался в настоящее время, выстраивая свою систему оздоровления. Вот такой ответ. Если коротко, еще раз, теория, практика, система, все в этих книгах Малахова. Читайте и пробуйте, но с умом и без фанатизма. А я-то его спросил, вот что он применял? Допустим, он применял голодание. И кратко написал, почему я голодание применял, почему я противопаразитарку применял, почему я еще то-то применял. Вот что я от него. Видите, насколько мой вопрос трактуется совершенно иначе. На меня в свое время произвело незабываемое впечатление книги «Жизнь без паразитов», «Без очищения нет исцеления», «Голодание в лечебных целях», «Записки голодающего» – вообще огонь. Их, по-моему, 3 книги. Может быть, я и 4-ю сделаю на основании собственного жизненного опыта. Уринотерапия, огонь, лечение керосином плюс газеты. Очень ценная и дельная информация. В газетах я уже статьи, которые не вошли особо ни в какие там книги. Хотя кое-что я брал из книг. Постскриптум. Вспоминаю еще один смешной случай в тему. В прошлом, в 22-м году, в августе, посмотрел видео в Ютубе, где известный доктор Бер. Доктор Бер, держите меня, 7 рассказывал, как можно легко и просто избавиться на 100% от бородавки с помощью повидон, йода и сока чеснока. А бородавки на самом деле вот так не... Они сводятся с помощью слова. И я сам сводил. И другим сводил. С помощью слова. Даже видео соответствующее есть на этом. И вот, как бы сказать, высшая математика оздоровления – это лечение словом, лечение заговорами. Мы, если не понимаем, то думаем, вот это какая-то там бесовщина, какая-то там мракобесие и так далее. Но не понимаем мы, если мы не понимаем, грубо говоря, в квантовой физике. Поэтому это для нас... Бесовщина и мракобесие. А вот как бомба водородная рванула, а на чем это основано? Меня это заинтересовало, у меня на большом пальце правой ноги как раз небольшая бородавка имеется. Сказано, сделано в течение 5 месяцев. 2-3 в день я смазывал бородавку повидлом, йодом, соком чеснока. И, о чудо, она исчезла без следа. Радости моей не было предела, но через месяц она потихоньку стала оживать и восстановилась. Я поначалу расстроился, а потом долго смеялся над собой. Вот такая смешная и познавательная история. Кстати, на длительном голоде она тоже практически исчезает, а потом восстанавливается, но медленнее. Эдуард Петрович, у меня есть видосик, как сводить бородавочки. Посмотрите и сделайте, и все у вас пройдет за месяц. Там все описал. Я не буду там пересказывать, что и как, что у моего племянника были какие бородавки, что он начал уже комплексовать из-за них, потому что ему выжигали это все. И оказывается, простых действий не хватало для того, чтобы это сработало. И все это сработало. Ну вот такой вот видосик. А энергетику чувствуете? Энергетику вы чувствуете? Купайтесь в этой энергии, купайтесь, пока я с вами, купайтесь, обливайтесь, смотрите, воодушевляйтесь. Сколько я вам дал настроем, сколько там вот этот вот эмоциональный гимнастик. Делайте,
Канал это. Кстати, вы вот эти видео, если вы можете как-то перекачать, перекачайте. Если ляснется вот этот канал, я ничего особо не сохраняю. Я там сохранил только для себя целебную кулинарию. Остальное я так, знаете, так, как это самое, штампую все. Как говорят индейцы, хау, я все сказал.